улетел. Ой. Сил нет подняться. Ну ничего, нормально. Это черёвка так сидит. Сейчас будем смотреть, что там. Выкопается. Еще поближе сейчас подведу, сквозь смогу. Ну, вот так вот хватит, наверное. Что, погнали? Перчатки одеваем обязательно, без перчаток никак. Вот на какой глубине я выкопал, сейчас покажу. Это МД-40-30 пробил. Смотрите, штык у лопаты 20-25 сантиметров, а если весь 30 сантиметров, 40, 30 сантиметров смело. Ну вот земля началась, 40 сантиметров где-то. Что-то зацепил где-то. Сейчас посмотрим. Ну да. Вот. Какие-то как сухари какие-то. Если кто знает, напишите в комментарии, что за сухари. Ну что, и так бывает. Это просто булыжник. Каменюка, он блестит весь, серебро или руда скорее всего какая-то. Ну все, больше тут, наверное, ничего не будет. Проверим. Еще хочет. Вот, как хочет, будем копать. Это гайка, просто гайка. Проверим. Вот где-то задело что-то, стукнуло, брякнуло. Добить в сторонку немножко.
уходи. Подлый трус Леопольд. У меня ломик такой импровизированный. Вот такой вот. Я его тут выкопал. И чтоб с собой ломик не таскать, я его здесь оставляю. И прихожу сюда. Не хочет. Железяка не хочет. Выходи. Мы ее сейчас попросим, и она выйдет. Уходи. Вот так. Такая железка. Ни много, ни мало, но килограмм точно есть. Еще есть. Вот она. Ну все. Хорош, наверное. Ну хорош, еще будем рыть. Надо на что-то сесть. Сейчас стул сделаю. Ну малость. Вон она торчит. Сюда мой белый хлеб. А нет, это стремянка. Вот она. Вот она, стремянка. Хорошо в стране советской жить. Советский Союз до сих пор кормит всех. Слово сказано. Ну что, еще что-то есть? Вот это кто такой? Ну-ка. Ну все вроде. Сейчас посмотрим. Ну все. Да ладно. Ну, хорошо, сейчас выкопаем. Как скажешь, мой хороший. Значит, еще вот здесь есть что-то. Перед этим, на этом же месте, вот на всю лопату, лежал лист сантиметров 40 ширины и с лопату длины 2 сантиметра с половиной, наверное, толщины. 2 сантиметра точно было. Он вытянул на 100 с лишним килограмм.
где-то что-то бьет. Вон где. В стороне. Сейчас дорою. Вот такая запчастюлина. Еще вроде было что-то. И вот такая пластиночка. Что еще там у нас есть? Ну теперь, наверное, точно все. Черт побери. Да ладно. Понятно. Сейчас. Сейчас, мой хороший, залезем. Сюда, да, говоришь? Где-то тут. Ну, эти надо убрать, пока мы их не засыпали. У нас же это делается на раз-два. Копаем, копаем, потом раз и закидали сами же. Швеллер, что ли? Даже не швеллер. Ладно, потом будем разбираться, что это такое. Вон там вроде ударило. Вот она, короночка. Еще что-то сплеснуться должно сейчас. Гайка. Такая вот гаечка. Сейчас ее, скорее всего, отбить от всего. Прогнать резьбу. И все, и она еще 100 лет прослужит. Это Советский Союз. Оба-на. Вон она. Иди сюда. Такие пластинки здесь, они частенько попадаются. Еще маленькие такие же, на 4 части разрезаны, с дырками. Для опор. Еще что-то есть. Вот еще шайбочка какая-то, не шайбочка, болтяра какой-то. Вот такая вот примерно штуковина. Все. А что копать-то? Что нам скажет этот? А он нам ничего не скажет больше. Нет, говорит. Понятно? Ну и еще какая-то одна запчастюлина. Где-то тут. Не хочет. Выкапываться. Ну-ка. Стои. Не то. Пальто. Вот оно. Железяка. Вот оно что. Пикало. То же самое.
Гаечка. Еще одна гаечка. Ладно, все, хорош. Больше в этой яме мы ничего брать не будем. Без миноискателя нашел. Почему это полез глубже и под себя туда, подальше, в сторонку? То, что их высыпают, как правило, сразу кучами. По одной вывозить никто не будет же. Вот она. Почему он пикать не стал? Пикать не стал. Надо проверять лучше. А может, батарейка подсела. Кстати, батарейки стоят там. Сейчас покажу. Батарейки стоят Крона. GP. 85 рублей цена. Они у меня стоят с 15. На приемке говорят, копаны не принимаем. Ну, базара нет, не принимайте. Мы отвезем, где принимают. Такой вот уголочек попался. Вот она. Скребет. Что-то скребет. Кошка скребет на свой хребет. Камешек. Как мелок. Все. Улетел. Сил нет подняться. Ну ничего, нормально. Это черёвка так сидит. Не обманул нас металлодетектор. Вот знаете, я штырей говорил. В столбу просверливается отверстие. Оно вставляется и крепит два столба вместе. Такой кусмень вырыл. Еще это непонятно. Вообще не ясно даже. Не пикай. Ругается. Вот эту возьму сейчас. Смотреть хоть за начертание
этого раскопка. Это цепь. Вот она. Теперь ясно, что это за запчасть. А то я вспоминал. Вот на свинарниках есть такая же беда. Только она там плоская. Прям плоская, длинненькая. А здесь закругленная. Вот теперь я понял, что мне напомнило это все. Тут где-то.